Запомните, рак – это просто… Вот у нас в организме есть психическое тело, да? Когда человек стареет, психическое тело, оно теряет свою активность. То есть каналы психические слабеют. Потом наступают какие-то пустоты там. И в эти пустоты начинает заходить другая жизнь. Рак – это просто сначала доброкачественно, сначала лишний вес появляется, потом доброкачественная опухоль, потом злокачественная опухоль. Ну, то есть как это побеждается? Человеку нужно длительное движение непрерывное. Когда человек длительно движется, он активизирует эти психические каналы, в них появляется активность, и все уходит. То есть первое, что уходит – лишний вес, потом дальше уходит доброкачественная опухоль, потом дальше злокачественная. Вопрос только времени. У меня также, у меня было, как бы начиналось у меня по наследству, как бы вот старение. Наследство означает, как запускает старение. Ну, то есть у меня старение начиналось с предстательной железы. И у отца, и у дяди по матери такой процесс. Вот. Ну, я начал бегать 5 лет назад. И когда я дошел до дистанции 1:20 бега, или то же самое 2:40 ходьбы, тот же самый момент, в этот момент я дошел энергетически до этой зоны. И все, все, и все в результате. Если я на велосипеде, это значит… Что? Это значит, что вы крутанули один раз педалькой и потом просто сидите. А я говорю о длительном непрерывном движении. То есть нужно не прерываясь двигаться. Если вы идете и остановились, все. Это не процесс очищения, это просто прогулка. А чтобы очищать организм, нужно не останавливаться. Ну, в частности, опухоль чего? Это второй цилиндр психический. Это значит, что надо ходить 2 часа. Так получается сейчас. Это 40 плюс 40 плюс 40. 120 минут. 2:30 ходить раз в 4 дня. И полутора суток пост на воде раз в 10 дней. И у ней начнется как бы рассасывание опухоли.